18 июня с начала пандемии у нас в регионе уже 2937 подтвержденных диагнозов коронавирус. Врачи вылечили от инфекции 1685 жителей региона. Летальных случаев 102. 150 вышли из-под наблюдения медиков, и теперь на карантине дома осталось 2247 человек. В Березняковской больнице имени Вагнера лечатся от заразы 104 человека из 6 городов края. 7 в реанимации. За сутки число изолированных без симптомов дома увеличилось до 84. А в режиме карантина прибывают 1025 березняковцев, это плюс сотни за сутки. Соликамские медики сообщают о 15 заболевших земляках за все время. Давно уже выздоровело 7, но на карантине дома к четвергу 145 горожан наблюдаются. Как раз те, кто контактировал с ныне болеющими. Добавим, под конец рабочей недели в нашей горбольнице инфекционное отделение начинает принимать больных коронавирусной инфекцией. Коечный фонд 45 мест. Это сделано с целью разгрузить краевую больницу имени Вагнера. Более подробная информация по работе отделения в наших следующих эфирах. Антон Старостин, Дмитрий Солдатов, телекомпания «Соль ТВ».